Так, уважаемые товарищи, начинаем очередное заседание нашего кружка. Значит, в этом году у нас осталось немного занятий. Это вот сегодняшнее занятие. И занятие еще одно, которое будет 23 числа. Посмотрите на календарь. 23 число, вторник должен быть, да? Вот 23 числа мая мы проведем. И на этом занятие в этом семестре и в этом году учебном заканчиваем. И продолжим наши занятия в следующем учебном году. Если будут какие-то проблемы с помещением, желательно сегодня дать Евгению Николаевичу свои телефоны и электронные адреса, чтобы Евгений Николаевич, в случае, если нам придется куда-то переместиться, мог бы вам сообщить. И чтобы, так сказать, мы, как говорится, это не небольшая проблема. Вот, мы найдем, и, если что, и другое место. Ну, а пока мы будем благодарны данному учреждению, которое предоставило нам возможность всем незначительного времени заниматься. Да? И мы должны сказать за это спасибо этому администрации, безусловно. И Евгений Николаевич, надо и от моего имени тоже, как руководителя администрации, большое спасибо. Если они не будут возражать, мы бы продолжили в следующем году. А если будут даже возражать, то мы тем не менее скажем еще раз спасибо, потому что вовсе никто не обязан, так сказать, нам предоставлять. Но если нам помогли, я думаю, мы должны быть благодарны. Почему мы не сплошь целый год занимаемся? Потому что вообще этот кружок существует для чего? Для того, чтобы помочь тем, кто самостоятельно изучает диалектику, по науке логики Гегеля, помочь в этом трудном деле. Это и не он, никоим образом кружок не может заменить самостоятельного изучения. Поэтому, значит, если у нас заканчиваются наши занятия, это значит, что вот начиная с 23 мая, значит, июнь, июль, август, сентябрь, 4 месяца можно читать науку логики, и мы вам не будем мешать. Этом. Нет, не будем вас отвлекать на какие-то такие еще кружки, а вы будете сидеть и изучать, потому что надо приучаться работать. Хотя сейчас как-то вот люди в этом смысле неусидчивые, в том плане, что они как-то долго очень или читают долго, или не могут долго читать, что-то с ними случилось. Хотя некоторые товарищи, которых мы с вами знаем, например, Ленин, который написал 55 томов, все это написал ведь не на компьютере, а рукой. И хочу сразу сказать, что не случайно он писал конспекты, и Маркс писал конспекты тех книг, которые они изучают, и Энгельс писал конспекты. И очень вам тоже рекомендую, даже если вы эти конспекты набираете, это не принципиально, набираете или вы рукой пишете. Почему? Потому что когда вы читаете, если я читаю, я кто? Потребитель этой книги. Правильно? То есть я просто ее отражаю. А когда я пытаюсь воспроизвести, это значит, у меня идет команда отсюда на мою руку. Значит, у меня это не просто, так сказать, попало туда, как отраженный свет, а это отсюда, раз это пошла команда из головы, значит, в голове это уже застряло. И в голове это попало. Да, поэтому вот люди, которые пишут, воспроизводят, то они тем самым это таким образом закрепляют. А люди, которые просто слушают, если я буду слушать, кто я буду? Слухач. Да. Или люди... Да. А? Да. Если напишешь шпаргалку, может, туда не... Да, шпаргалку написал, можешь ее выбросить, потому что раз ты ее приготовил, то уже будет все хорошо. Вот, это обязательно. Хотя, я хочу сказать... Вот конспект науки и логики, вот Ленин написал конспект, у меня такого не получилось. Я тоже написал конспект науки и логики, а потом понял, что в науке и логике самое главное – это выведение. Так надо тогда все вроде как переписывать. Все. Вот поэтому я как-то с этими даже своими тетрадками расстался. Хотя, наверное, тоже не бесполезно было, потому что я их выписывал. То, что мне показалось очень ценным, очень важным. Вот, так что вот это надо иметь в виду. И у вас вот это время. Мы проводим занятия, у нас есть товарищи, коллеги, которые проводят занятия еженедельно, я знаю, в Новосибирске. Я думаю, это не совсем правильно. То есть, это не молодцы, конечно, что они проводят. То есть, они вот занятия проводят, они не успели еще, так сказать, прочитать, разогнаться в смысле чтения
И вот опять они рассматривают. И поэтому это может наталкиваться на какие-то сложности организационные, временные и так далее. Ну, раз в полмесяца прийти на кружок, это, я думаю, не проблема. Говорят, мы такое великое, значительное, раз для, собираемся ради великого и значительного один раз в полмесяца или два раза в месяц. Ну, это сказать, что вы так перегружены наукой и логикой, кружком уже никак нельзя. Но если раз в неделю, это попадает уже в режим, это может мешать каким-то другим делам и так далее. Хотелось бы, чтобы никак, никоим образом наука логики не становилась помехой. И наоборот, кто изучает науку логики, начинает потом понимать, что потом у него все дела, которые он делает, они идут лучше, независимо от того, какие дела он делает. У меня вот такие были разговоры с моими коллегами, которые, ну, как бы мне говорили, что с теми, которые тоже защищали докторскую диссертацию, дескать, ну, когда я буду вот заниматься наукой и логикой, мне нужно писать, работы делать. Ну, я его спрашиваю, а сколько у тебя работ? Он говорит, 20. Я говорю, у меня 320. Вот и разница. Он не читал, а я читал. Я потратил время. Так я потратил время на то, чтобы... так сказать, отточить свои научные способности, а он не потратил на это время. Он хочет, так сказать, неотесанным образом получить результаты. У Гегеля даже есть такое сравнение, что вот люди производят зерно с помощью плуга в науке логики, говорится. Так плуг почетнее, чем то зерно, которое с помощью... Потому что с помощью этого плуга еще можно получить зерно, еще можно получить зерно, еще можно получить зерно. Или также, вот, скажем, Маркс объясняет в «Капитале». Одно дело средство производства, а есть средство производства для средств производства и средство производства для предметов, для производства предметов потребления. Вот самое важное – это средство производства для производства средств производства. Вот если вы имеете средство производства для производства средств производства, для производства... скажем, какого-то оборудования, которое чайники выпускают, у вас этих чайников море будет, и очень дешевых. А если вы будете чайники вручную делать, там, загибать в кастрюле и как-то так, значит, что-то приваривать отдельно носик, отдельно донышко, то это будет очень трудно. Поэтому что такое наука логики? Это прежде всего метод диалектический. Что такое метод? А метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. И вот такая формулировка закрученная, что сразу ее и не поймешь. Да? А чтобы ее понять, надо сказать, так вглядываться, вчитываться вот в это высказывание. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания. О чем там сидит? О самодвижении содержания. Вот особенно Евгению Николаевичу понравится. Он очень любит самодвижение и правильно делает. Так, во-первых, содержание. Не вообще содержанием занимается, не каша это содержание, а самодвижение содержания. Вот что нужно. А как может быть самодвижение содержания? Самодвижение содержания только благодаря противоречиям, которые есть в этом содержании. То есть, когда вас призывает воспользоваться диалектическим методом, вас Гегель призывает изучить содержание и вскрыть противоречия, которые в нем есть, и которые обеспечивают его самодвижение. Правильно? Скажите, пожалуйста, определение, классическое определение противоречия для молодых людей. Ну, я вот метода сначала определение даю, а сейчас не по порядку. Вот метод, да? Метод – это осознание формы внутреннего содержания содержания. А в содержании есть противоречие. И самодвижение есть благодаря противоречию. А противоречие – это единство и борьба противоположностей. Единство и борьба противоположностей. Причем противоположности абсолютны, а единство относительны. Вот, то есть на что внимание должно быть обращено? Сначала изучают люди содержание, может быть, по-разному, сначала просто читают, потом обдумывают, и начинают находить в нем самом, что в нем, какая в нем есть борьба внутренняя, какие есть в нем противоположности, и тогда они видят это самодвижение. Вот пока вот вы не раскрыли это самодвижение, дальше не пойдешь. Как только вы это раскрыли, вам нужно осознать форму этого самодвижения. Оно же не просто так вот. И эту форму выразить уже в речи, то есть словами. Осознать. Это надо добавить целое. Ну, целое это как? Целого.
не внутри целого, а вовне целого. Форма, она не внутри. Форма, она вот все целое объединяет и делает целым. Если я сказал форма, значит целое. А как еще форма? Она неотделима от содержания, потому что форма содержательна, а содержание оформлено. Поэтому, если речь идет о форме содержания, то это не так надо делать, что это коробка, это форма, и в эту коробку можно насыпать этих конфет. Можно вытрусить их, вот такую коробку взять, чтобы, так сказать, было красиво. А потом, когда откроешься, грустно становится, что там на этом поле отдельные стоят конфетки. То есть форма содержательная, содержание оформлено. Вот нельзя, скажем, мыслить себе человека без кожи. Человек без кожи не живой. Или временно живой. Хотя кожа не главная. Конечно, скажут, сердце главное, мозг, да? Ну, а 60% кожи, если поражено, ожог. Что? Так что форма тоже содержательная. И нельзя это дело думать, что это что-то вот постороннее. Форма. Вот мое прошлое занятие было как раз посвящено таким понятиям, как форма и сущность. Сущность и форма. Форма и есть, так сказать, форма. Форма, если вы берете через форму, смотрите на сущность, она, эта сущность выступает как материя. А материя и форма дают нам что? Содержание. Вот содержание и форма дают нам вот эту связь, что содержание оформлено, а форма содержательна. А это все сущность. Это вы не ушли от сущности, если вы берете единство формы и содержания. Это как раз сущность, потому что у вас эта вот форма, она не отрывна от этого глубины, а от того, что не является формой, а является уже содержанием. И вот тогда вот эта фраза о том, что метод, если диалектический метод, осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания, вот тогда мы это раскрыли. А если вы возьмите какие-нибудь словари, там, даже философские. Ну, там что говорят? Метод – это что? Это способ. А способ – что такое? Это инструмент. А инструмент – это средство. А средство – что? Это метод. И ходит песенка по кругу от того, что круглая земля. Поэтому вот Гегель такими тривиальностями, пустотой такой не занимается. То же самое вот мы могли видеть, как определяется у Гегеля определение. Я вот начну не с того, как он, как Гегель определяет, ну, упрощу это дело несколько, раз у нас кружок изучаем, упрощу, но, так сказать, просто другими словами, но то же самое. Вот если мы говорим о определении, и требуется сказать только одно слово, это качество. Качество. И сразу мы расходимся уже с широко вещательными попытками определять определение, которое есть в всяких словарях. Это совокупность свойств, признаков. Вот это как мешок, куда набросали разные свойства, признаки, и вот оно вот это вот все вместе взято, еще если потрясти, это и будет определение. И получается, что это не что-то, не органическая целостность, а каша. Вот никакой каши нет. Это определение, это качество. Какое качество? Это, если качество у вас, вот вы хороший человек, вы только сегодня хороший человек. Если это ваше определение, это значит, что вы не только сегодня хороший человек, порядочный, а вы всегда порядочный, или почти всегда, или главным образом порядочный. Правильно? То есть, скажем, у всех есть недостатки, но есть качество, которое является определяющим. А что значит определяющим? Оно сохраняется в изменениях, потому что если хорошая погода, я правильно действую, а если дождик, я уже на вас кидаю ботинком. То есть, как? Что такое? Какое качество может считаться определением, которое сохраняется в изменениях? Что бы ни произошло, как бы ни было, это качество сохраняется. А что значит сохраняется? Оно не просто сохраняется. Вот я человек порядочный, никаких поступков порядочных у меня нет. Это как? Если такое, эта порядочность, как качество, не проявляется в соответствующих поступках, то его и нету. Поэтому от определения требуется, что это было не просто качество, которое сохранялось, оно еще выступало вовне, проявлялось. А если оно выступает вовне, извне можно в него проникнуть и попытаться изменить определение. То есть бывают такие ситуации, когда человек меняется на противоположный. Был человек нормальный, хороший, а стал подлецом. Бывает такое в истории? Было? Вот Ленин про Жюля Геда пишет. Во французской соцпартии было два крыла. Как бы одно такое оппортунистическое во главе с Жорресом, и тоже известный был социалист. А он возглавлял Жеронду, вот эту правую часть соцпартии. А другой был Жюль Гет.
он гору возглавлял, вот эту левую часть. Жульгет очень был известный. И вот Ленин пишет: «Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жульгеда, за исключением его измены в 14-м году». Или другой известный марксист, до известного времени марксист, Карл Каутский. Что бы, говорит, с Каутским не произошло, несмотря на то, что он стал предателем, отступником, то есть ренегатом, и отказался от марксизма и прочее, вот предыдущие его работы можно читать, они очень полезные, и там они вполне марксистские. А что получилось? Потому что наступило такое время военное, война Первая мировая, что те, кто выступит против, так сказать, войны своего государства, они как бы против государства выступают. И тогда против них начинают применять меры. Какие меры применяют? Ну вот наши депутаты-большевики в Государственной Думе, прошедшие по рабочей курии, они проголосовали против военных кредитов, против того, чтобы выделить военные кредиты на введение этой мировой бойни. И что с ними сделали? Отправили на каторгу. В Европе все наши товарищи отправились на каторгу. Как они отправились? Они же прекрасно понимали, что вот стоит им поднять руку, это значит, они едут на каторгу. Надо решиться на это дело. Или нужно стать творческим марксистом и сказать: ну, это мало ли что мы раньше решали до войны, теперь сейчас все новое, давайте изменим. И так произошло с партиями Второго интернационала, еще которые Маркс и Энгельс создавали. Это партии-то хорошие были. Они организовывали рабочие движения, на этом опыте все учились. И вот все эти партии, за редчайшим исключением, за исключением одного человека, Карл Либкнехт в германском Рейхстаге, как депутат, когда стали голосовать за военные кредиты, он проголосовал против и тоже отправился на каторгу. Ну и спас тем самым честь германской социал-демократии. А все на этом. Остальные потом пошли в правительство, и с того времени вот понятие «социалист» является синонимом предателей. За исключением там, вот, например, в той же самой Латвии сейчас вот Альфред Рубикс, ее первый секретарь Компартии Латвии, просидел 6 лет за свою позицию коммунистическую в тюрьме. А потом они восстановили деятельность партии, но назвали ее социалистической, чтобы она не подпала под запрет, буквально формально. Вот. Но вот их представители каждый год 22 апреля приезжают на конференцию ленинскую, которая проходила в этом году тоже, 22 апреля, и выступают с такими коммунистическими по содержанию докладами. Вот в этом году была Инна Белокурова, член правления Социалистической партии Латвии. Вот такая картина. Поэтому что значит изучение наук и логики? Это значит, ну, весь свой багаж, так сказать, аппарат научный, вы поднимаете на более высокий уровень, а следовательно, вы себя, ну, может быть, это не скромно, вы себя немножко выделяете из круга своих друзей и соратников именно тем, что вы глубже, шире и полнее понимаете, изучаете эти же вещи. И, следовательно, вы вооружаетесь тем, что ум в порядок приводит. Вот в свое время Ломоносов прописал про математику. Математику уже для того изучать нужно, что на ум в порядок приводит. Ну, вот это формальная логика. А диалектическая логика включает в себя формальное и еще более высокое развитие дает. Почему? Потому что то, что с точки зрения формальной логики запрещено, или А, или не А. Третье не дано. А в диалектике, наоборот, обязательно и А, и не А одновременно. Такого не может быть. Вот то, что мы рассматривали с вами. Если есть возникновение, то есть прихождение. Если есть прихождение, то есть возникновение, становление. А если вы только одну сторону берете, то вы слепой на один глаз. У нас было вот даже в программах изучения политэкономии была такая тема возникновения и становления социализма. А где прихождение? Нету. И то есть мы опасность, которая была, не видели, не знали. Причем не знали ее там, в плане даже курсов и программ. Вот. Или что значит человек порядочный? У него есть недостатки? Есть. Ну вот, если вот этого не понимать, то вот, скажем, люди, которые пытаются разбираться в недостатках и как они проявляются в обществе, запутываются. Например, приглашаю его, уважаемый товарищ, сидит вот на первом ряду.
А я, к примеру, следователь. Так, фамилия? Медведев. Медведев, так. Вы хороший человек, да? Хороший. Хороший. У хороших людей есть недостатки, товарищ Медведев? Наверное, есть. Наверное. Что значит наверное? Давайте не будем юлить. Точно есть. Есть. Хорошо. Значит, раз есть у хороших людей, а вы хороший, значит, и у вас есть недостатки, правильно? Правильно. Очень хорошо. А недостатки, если они у вас есть, так они проявляются в действиях? Или они просто вот есть, и ни в чем не проявляются? А если... Конечно, проявляются. Потому что если не проявляются, это поклеп на вас. Зачем вам на себя поклеп? А? Не надо. Проявляется. Раз проявляется в действиях, в каких они действиях проявляются? В общественных или в антиобщественных? Конечно же, в антиобщественных. Так, товарищ Медведев, я правильно понял, что вы совершаете антиобщественные действия? Да? Ну, давайте подпишем. С моих слов записано верно. А у вас есть товарищи, друзья? Есть. Они тоже хорошие? Да, они порядочные. И тоже у них порядочные. И тоже есть у них недостатки? Конечно, есть. И тоже антиобщественные действия они совершают? Получается, да. Ну, давайте так и запишем. Действовали организованной группой. И вот товарищи, которые... Вот есть и были такие следователи, в том числе, которые... Сами себя вот сначала такое все понапишут, а потом вот, а что с этим буду делать? Вышинский был. Если я теперь их не посажу, что со мной сделают? Представляете, целая была группа людей вскрыта, которые совершали антиобщественные действия, а я ничего с ними не сделал. Что со мной сделают? Накажут. А, все, в лучшем случае просто уволят или хуже. Тогда надо меры принять. Принимают меры? Раз, два, три. Потом вызывает начальник и говорит, слушай, ты тут сколько уже народу посадил? А ничего? Не изменилось? Отрицательная тенденция как была, так и есть. Вывод какой? Допустим, товарищ Медведев, вы, следователь, теперь. Какой вывод? Если тенденция осталась отрицательной, значит, плохо работаете. Нет, не надо так смягчать. Значит, не тех вы посадили. А, то есть вообще не работаете? Не только не работаете, вы работаете против нас. Против государства. Вы посажаете не тех честных людей, порядочных сажаете, а на свободе находятся те, которых надо посадить. Что надо с вами сделать? Чистку. Посадить. Вот, тут говорятся все. Посадить там, надо. Толковый товарищ. Толковый товарищ есть у нас, все понимает. А на самом деле это проблема. Это как решается? Надо усвоить раз навсегда, что порядочный человек с точки зрения диалектики – это не тот, у кого нет недостатков, для которого его порядочность – определяющее действие, это его определение. А отрицательный – это входит в его характер. Вот там есть две категории – определение и характер. Вот будете, когда изучаете, вот имейте в виду, одно – это ваше определение, другое – характер. Ну, мало ли у меня, что с кем не бывает. То есть вот что является определяющим? Надо не просто сказать, что есть, и это есть, а что определяющим является для человека, входит в его определение. А определение – это то, что сохраняется в изменениях. Что вы с порядочным человеком не делаете, он все равно порядочный, хотя у него и отступление есть. Это отступление от правил. А правило для него что? Что он порядочный, и что он действует соответствующим образом в интересах общества. Вот совсем по-другому тогда решается эта проблема. Иначе мы тут запутаемся очень сильно. И других запутаем. И запутывались. И было такие, так сказать, события, такие случаи. А и... можно возразить? Да. Возразить. Как же делать с людьми, которые, допустим, были непорядочными, попали в тюрьму, задумались и решили исправиться? Да. И они теперь являются порядочными в становлении. Да. Но так мы же не можем в таком случае говорить о них, о том, что они являлись порядочными все время. А мы и не говорим, что все время. Вот, например, вы знаете, что вот про те люди, которые совершали не очень значительные преступления, им говорили, что вы можете на фронте искупить свою вину. И они искупали, и бились очень хорошо, их награждали. И они снимали с них всякую вину. Да, так что это бывает такое. То есть не только в одну сторону, но и в другую. Был. Хотел узнать, а вот борьба с плохими качествами тоже ведь имеет какое-то место? Конечно. Если человек борется с плохими качествами, был плохим. Вот нет, вы как бороться с вашими большими качествами, развивать ваши положительные качества? Вот как бороться с теми, кто не знает диалектики? Душить их, да? Или какая? Какой способ борьбы? То есть, если я должен бороться с вами или за вас?
Но если вы пришли в кружок изучать диалекцию, вы говорите, вы не знаете этого. Ах, он такой всякой. Пострелять. Да. У вас есть оружие, нет? Найдем. Мне кажется, у вас сейчас вот короткосвольный достанет. То есть не с недостатками надо бороться, а надо бороться за ваше развитие, вашего положительного. И само собой будут преодолеваться недостатки. Правильно? Как правильно поставить вопрос? Развивать положительное в человеке. Тоже точно так же в обществе. Вот, например, Маркс и Энгельс формулировали следующее положение. Все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Вот это я вам процитировал, точное высказание. И что некоторые люди безграмотные или полуграмотные, как это воспринимают и как понимают? Громи сейчас. Андрей, сейчас кружок по науке логики. Я перезвоню сразу после кружка, можно? Ага, спасибо. Громить надо? Или, а что такое уничтожение частной собственности? Превращение частной собственности в ничто. А как превратить частную собственность в ничто? Что бы вы ни делали, что бы вы ни громили, как бы вы ни мешали, частная собственность будет оставаться. Вам, чтобы превратить частную собственность в ничто, нужно создать общественную собственность на все. Как только вы создадите общественную собственность, тогда частная собственность станет ничто. Правильно? А иначе вы ничто не получите. Поэтому и можно выразить одной фразой. Но только понимать надо эту фразу так, позитивно, а не так вот негативно, что я должен брать и отнимать у тех, у кого есть какая-то собственность, их собственность. Ничего подобного. Наоборот. Иногда говорят, вот что делали большевики. Отнимали и делили. А такое они тоже делали. А что они такое делали? То есть вот в своей позитивной работе они что делали? Была национализация, и крупнейшие средства производства были национализированы и соединены в одно. Это была собственность уже государства рабочего класса. А по отношению к земле, большевики делали не свое. По отношению к земле они реализовывали вековые чаяния крестьян. То есть осуществляли буржуазную программу земельную. А именно, отнять у кого? У землевладельцев, у помещиков. Они уже даже не помещики, потому что они уже нет у них крепостных, а землевладельцами они остаются. Ну, помещики можно понимать как землевладельцы, по месту. Места у них есть, земля у них в руках. Отнять эту землю и разделить. Вот отнять и разделить – это было требование эсеровское. Эсеры собирали, делали, но эсеры ничего не сделали, а большевики взяли и реализовали. И сразу крестьяне перешли на сторону большевиков. И это придало силу вообще всей революции. Поэтому получилось, что вот доведение буржуазной революции до конца и в то же время развитие социалистической революции совпали, сложились. Вот поэтому это придало силу и значение этой самой, вот этому событию. Так, значит, таким образом, вот наша задача. Наша задача позитивная. Мы собираемся не для того, чтобы ругать тех, кто мало изучил, а того, чтобы поддержать тех, кто изучает, чтобы он как бы мало он ни изучил. Но он мало изучил, но он же изучает, а другой вообще не изучает. И почему я должен того, кто изучает, ругать? Я должен его, который изучает, хвалить. А тот, кто не изучает, то зачем я его буду ругать? Он еще темный. Зачем темных ругать? Им надо помогать. Им надо показывать пример. Вот видите, вы стали изучать его. Он должен на вашем примере видеть, как человек стал расти. А не то, что мы будем, так сказать, задирать нос и говорить, что мы вот такие, мы диалектику знаем, а вы вообще никто. Это будет неправильно. Так, вот в связи с этим я хотел бы попросить наших вот молодых товарищей высказаться по поводу того, что вот вы немного вот, довольно занимаетесь в кружке, но вот имея в виду, что у нас в этом учебном семестре предпоследнее занятие, ну вот высказать свои впечатления, свои какие-то размышления кратко, там, 2-3 минуты, 4, сколько хотите, пожалуйста. Ну, товарищ Медведев, тем более, что вы уже у меня на карандаше. Просто важно с места? А? Важно с места или выйти? Как хотите, как вам удобно. Хорошо. Если вы хотите, чтобы вас видели в лицо, пожалуйста, сюда. Да, у нас же, вот видите, там вот у нас экран, так сказать. Это, вот, как вы будете... А, я все-таки выйду. Что же, выйдете, да. И вас узнает вся страна. Ну, начал изучать диалектику не так давно, и пока только нахожусь на введении. Я разбираю его детально. И обратил внимание на одну интересную вещь. На то, что говорят о мыслях и о идеях.
Вообще говоря, Гегель очень строго осуждает идею вещи в себе, о которой говорил Кант. Он говорил, что для нашего дела она, ну, по сути, бесполезна. Ну, вещь в себе, она вещь в себе. Как мы к ней можем подобраться? Да никак, она абсолютно непознаваема. Вот, на самом деле, Гегель говорил, что есть вещи, которые мы можем познать. И дальше он развивает эту идею и говорит о том, что есть сфера духовная, которая касается мыслей. И вот мысли, когда они приходят в соответствие с... Это есть определение истины. Истина – это соответствие идеи, идея – это вещь из духовной сферы, соответствие предмету, реальному объекту. И в этом смысле мысли и идеи, они относятся к неидеальному миру духовному, а предмет, он реально, объективен, существует независимо от нас. Вот есть такое четкое разделение. На самом деле мир мыслей, он не отделен от реального бытия, от реального мира, а они связаны непосредственно друг с другом. Они связаны через язык. Оказывается, все мысли, которые мы представляем, каждый из себя в голове, рисуют свой мир, свою картину мира. Но эта картина, она выражается через язык. Все идеи, те понятия, которые у нас существуют в голове, мы их выражаем через нашу речь. И за долгие-долгие десятилетия, тысячи лет человеческий язык, он приобретает такую вот форму выражения, и в нем появляются понятия. Одно из них начинает соответствовать реальным объектам, и посредством этих понятий мы начинаем общаться. Ну, например, возьмем время. Вот что такое время? Как вы объясните это ребенку? У него нет никаких представлений, однако со временем он понимает то, что было вчера, сегодня, завтра. Вот эта вот вещь, время, как форма существования материи, его изменения с течением, ну, с течением дней, часов, минут. Вот это вот понятие существует в нашем языке, как и многие другие понятия. Расстояние, площадь и прочие вещи. Вот. И на этом, значит, мы можем сделать вывод о том, что все понятия, которые мы оперируем, находятся в нашем языке, и поэтому ничего нового изобретать в философии не надо. Все понятия мы берем из нашей речи. Спасибо. Да. Но я думаю, мы еще можем использовать эти понятия. Когда будем использовать, то и будем изобретать. Нам можно их не изобретать, но использовать-то мы можем. И соединять можем понятия, и делить можем их, да? Да, мы можем строить с помощью этих понятий. Это же наше средство. А эти средства мы можем использовать. Вот с помощью этих средств мы из понятий строим идеи. А идеи – это что-то более богатое, чем просто понятие. Правда? И сам язык он сам, да, развивает. Ну, это мы не будем на этом дальше останавливаться. Спасибо большое. Так, есть желание? Нет желания? Ну... Ну, два слова-то скажите. А? Не надо подобное. Так сказать, вам как полезны были занятия на учебе? А, да, я вынес достаточно много интересного для себя. А, и, ну, я, в принципе, пришел сюда, чтобы понять, скорее понять то, как очень умные люди воспринимают этот мир и уже из этого строить свои предположения. Но так как я этим занимаюсь очень непродолжительный промежуток времени, я еще не могу выразить свое мнение. Угу. Хорошо, спасибо. Как же не можете, когда вы выразили? Как раз я могу выразить, но не в более полной форме. Вот сюда можно неполноту выразить как полноту, но не полную. Так, пожалуйста. Да, у меня ситуация более угрюмая, потому что с диалектикой не знаком вообще, а пишу, ну, как же не знакомо? Я вот только что слышал, вы слово произнесли. Вы так, дорогой товарищ, нас тут не обманешь. Мы тут народ подкованный. Раз сказали, значит, знакомы. Знакомство же много не требует. Вы уже познакомились с диалектикой, но еще не изучили ее. Пришел с целью получить мотивацию, не для толчок к изучению сразу. Какие-то определения, чтобы, ну, изучение мне шло проще. Хорошо. Спасибо. Да.
Ну, вот что я могу сказать. В принципе, мне достаточно помог этот кружок. Несмотря на то, что я идеалиста вообще в принципе не воспринимаю, ну, Гегеля, других там подобных идеалистов, я стою на твердой позиции материализма. Ну и, соответственно, мы видим по каждому делу, что мир настоит на месте. Он постоянно движется, о чем и говорит, собственно говоря, Гегель. Вот. Ну и это все там убивается. То есть я Гегель... Занятие по после восьми. Чего-то позиция религиозная, вот это вся идеалистическая, то есть я жил материальным миром. Ну и вот эти все изменения, переход, конечно, в качество, это видим каждый день. А если борьбы и противоположности, тоже видим каждый день. Становление, снятие, тоже видим каждый день. В общем-то и все. Спасибо. Единственное дело, что... Да, хотите сказать, пожалуйста? Да, я все-таки подготовил еще одно выступление небольшое. Мне сказали, что подготовить выступление. Но оно немножко не на тему диалектики, а применение диалектики вот в моей области специально. Ну, давайте, да. Ну, я два слова скажу по поводу предыдущего выступления. А что нам делать бедным, если диалектику всесторонне разработал именно идеалист? Вот Ленин, например, по этому поводу говорил так: умный идеалист лучше глупого материалиста. Например, есть Фейербах, он выдающийся сделал вклад, он превратил Маркса и Энгельса в материалистов. Вы-то сразу материалисты, а Маркс и Энгельс были сначала идеалистами. Кстати, вы их за это сильно осуждаете? Сначала были. Ну, сначала были. Они, вот Маркс говорил: Гегель мой учитель, учитель у него был идеалист. Ну, он пошел дальше своего учителя, и Маркс, и Энгельс, они потом... Почитав материалистов Фейербаха, стали материалистами. Но они не выбросили диалектику, а создали диалектический материализм. Потом применили к истории и получили исторический материализм. Дело в том, что вклад в науку, в философию, разные люди давали. Одни были материалистами, другие идеалистами, но они делали общее дело развития. А мы теперь можем это использовать, исходя из своей теоретической позиции. Сейчас мы отключим питание, больше не будет никто звонить. Это будет материализм. Потому что без питания нету связи. Так. Да, пожалуйста. Я забыл представиться. Меня зовут Медведев Владимир, я по образованию геолог. Я работаю в Федеративном геологическом институте. Вот, мне 26 лет. Я хочу вам рассказать про рай. Как это ни странно звучит, все мы знаем о идее библейского рая. А кроме того, давным-давно существовал настоящий рай на нашей планете. И когда наша планета только-только образовалась, а образовалась она 4,5 миллиарда лет назад, буквально почти сразу, в короткое время, на ней появились океаны, и в океанах появилась жизнь, зародилась почти с самого начала. И долго-долгое время она шла путем эволюции. И в это время жили маленькие бактерии. Эти бактерии питались каким-то илом, друг друга они никогда не ели, не нападали. Потом появились другие более крупные животные. Мы хорошо всех их знаем, геологи, они у нас есть в отложениях. Это были существа, когда мы их вскрываем в отложениях, мы никогда не видели, чтобы они друг друга кусали, чтобы у них были какие-то звери. Это, по сути, был райский сад. И этот райский сад назвали Идиакарским раем. От местечка Идиакария в Австралии. Вот, с течением времени, вот представьте себе, миллиарды лет ничего не меняется. Райский сад, вот хоть библейский, хоть идиакарский, он абсолютный застой. Ничего нового не происходит. Так разве это хорошо или плохо? Мне кажется, все-таки это плохо. С одной стороны рай, а с другой стороны застой. А вы уверены, что там ничего не происходит? Там... В том же дело, на самом деле происходило. Постепенно маленькие бактерии выделяли все больше кислорода и поглощали углекислый газ, которым они, по сути, строили свои организмы. В конце концов, планета лишилась всех парниковых газов и полностью обледенела. Произошло это совсем недавно, где-то 500 миллионов лет назад. По сравнению с миллиардами лет назад, это буквально короткий миг, буквально немного времени назад. И что случилось с этой всей фауной? А она вымерла полностью, уничтожив себя и создав экологическую катастрофу на планете.
Кроме того, она превратила нашу планету в огромный ледяной шар. Сейчас только геологи спорят, она обледенела полностью или замерзла только на северном и на южном полюсе, а в центре оставался открытый океан. В общем, вся эта фауна сама себя погубила и была уничтожена. И планета превратилась в ледяную пустыню. Если бы не внутренняя деятельность, если бы не вулканы, которые снова стали выделять парниковые газы на поверхность, планета бы никогда не согрелась, не отмерзла. Мы бы, как те планеты, которые мы сейчас наблюдаем, далеко-далеко на окраине Солнечной системы. Так вот, как только лед сошел, появилось большое разнообразие микроорганизмов, которые уже начинали друг друга поедать и контролировать численность друг друга. А от этого они начали развивать механизмы. Во-первых, уничтожение друг друга – это зубы, челюсти, когти. А с другой стороны, защиты от этих нападений – это панцири. И вот с этого периода, примерно 500 миллионов лет назад, сложения появляются ископаемые скелеты. Вот. Единственное время, а борьба всеобщая. Да, борьба всеобщая. Без борьбы никуда. Без борьбы – застой и смерть. Да, спасибо. Есть у нас желающие еще что-нибудь сказать? Что с этим? Евгений Николаевич, вы не хотите что-нибудь сказать? Я много чего хочу сказать. Так много, что даже и не будете говорить. Понятно. Значит, вот теперь план наших действий на ближайшее время нашего кружка. Значит, наш кружок, поскольку он существует для того, чтобы помогать людям самостоятельно изучать, он должен двигаться вперед, в том смысле, что изучать все время какие-то новые темы. Первая, последняя тема, которую мы рассматривали в прошлый раз, называлась «Абсолютное основание». А вот тема, которой мы должны дальше заниматься, она уже называется по-другому. Это абсолютное основание содержало такие категории, и взаимосвязи таких категорий рассматривались как форма и сущность. Дальше. Форма и материя. Форма и содержание. И потом вторая буква «Б», а потом будет «С». Тут вы везде увидите триадичность в изложении. Даже если вы вот начнете смотреть сам текст, а начнете смотреть содержание, вы увидите всегда первое, второе, третье. А, Б, С. Почему? Тезис. Если одно провозглашено в первой части, значит, во второй части будет провозглашено прямо противоположное. Обратно или прямо противоположное. А в третьей части надо будет с этим что-то делать. А именно отрицание, отрицание, возвращение к первому, но обогащенному вот этим отрицанием. А отрицание есть определенность. Когда вы первое отрицание сделали, вы получили определенность. Потому что, как говорит Гегель, если вы берете и будете писать белым по белому, вы никогда ничего не увидите. Или черным по черному. В абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Определенность есть отрицание. Поэтому всякая категория рассматривается как бы трояко. Вот как бы понравилось нашему Евгению Николаевичу, троичность ему очень нравится. Трояко. Первое, она рассматривается непосредственно, сама по себе. Рассматривается ее отрицание. Но ее отрицание не внешнее, не мы ее отрицаем, а в той, которая в ней есть. Во всем есть свое отрицание. Обязательно. Нет ничего такого, в чем бы не было своего отрицание. И рассматривается это отрицание. Когда вы его рассматриваете, вы его как бы берете, как бы сие, то есть отдельно берете, рассматриваете как качество. А затем рассматриваете отрицание, отрицание. Возвращение снова к бытию, но не к такому бытию, которое впервые только вы увидели, а такое, через которое просвечивает сущность. Вот так вообще устроено. Вот понятие, третья книга «Учение о понятии», там и говорится о том, что такое понятие. Это такое бытие, к которому возвращаются, через которое просвечивает сущность. Вы снова возвращаетесь к тому, с чего вы начали, но обогащенному вот этим своим отрицанием, содержанием. Вот и здесь. Вот было абсолютное основание. Слово «абсолютное» может вас пугать, и очень многих пугает. Абсолютное.
отсюда страшная, правда же? Абсолютная. Ну, абсолютно ничего не знаю. Такое бывает? Не бывает. А что такое абсолютное? Абсолютное – это то, что берется вот непосредственно без всяких предпосылок. Как бы то все предыдущее, все, что к этому идет, как бы не рассматривается. И берется просто как абсолютное. Взять так можно, но на самом деле это некоторое огрубление. Поэтому абсолютное основание выглядит так, что есть основание, есть основание. И сначала мы говорим, что вот то, что есть в основании, есть и в основанном. Раз оно основано на этом основании, то оно вот в этом основанном и есть. А с другой стороны, мы можем сказать, когда мы рассматриваем абсолютное основание, что нету ничего в основанном, чего бы не было в основании. А следовательно, и в основании нет ничего такого, чего бы не было в основанном. То есть они получают некое раздвоение. То есть по форме есть основание, есть основанное, но они ничем не отличаются. Если вы, начав рассмотрение под буквой А, показали, что они ничем не отличаются, то люди, которые не знакомы с диалектикой, говорят, ну все, мы поняли, что основание основано, ничем не отличается, и на этом успокоились. Потом они переходят дальше, и вдруг их огорошивают, оказывается, они отличаются. А наоборот, знакомые с диалектикой должны понимать, что следующий шаг будет такой. На самом деле, если это основание, то другое основанное, но в основанном есть, во-первых, то, что есть в основании, но есть и то, чего в основании нет. А раз так, то тут появляется некое отрицание, что раз здесь отрицается то, что есть только то, что берется не только то, что есть в основании, поэтому это реальное основание. А то абсолютное, это вот оно пустое. А на самом деле в реальном основании всегда есть. Вот если вы берете какой-нибудь фундамент, то дом, который построен на этом фундаменте, можно сказать, что он для этого дома был и сделан, так сказать, так он и запланирован был, чтобы именно на этом фундаменте так архитектор думал, так его и строили, так и проектировали, что он только для этого. Но вообще он не сводится только к фундаменту, этот дом, он не сводится только к основанию. Более того, после того, как он рассматривает вот это вот реальное основание, это вот формальное основание было. Реальное основание рассматривает. После этого, после того, как он рассмотрел реальное основание, значит, получается, ну, есть идет полное основание. Раз это есть, возвращаясь с учетом того, что мы вернуться должны к абсолютному основанию, это же третье уже, то есть отрицание. Мы снова должны вот с одной стороны понять, что они отличаются, ну раз отличается, но в то же время оно должно подходить и под абсолютное основание. А как оно может подходить? Только тогда, когда мы начинаем не только с основания, а еще с какого-то наличного бытия непосредственного, которое входит потом в основание, в основанное. И вот то, вот это непосредственное бытие, которое не принадлежит к основанию, называется условием. Условие. И вдруг появляется вот такое еще бытие, которое является условием. То есть есть не только основание, но условие. Нет, это не качество уже, это непосредственность. Качество – это вид определенности. Это непосредственность. Вот некое непосредственное бытие, которое называется условием. Оно, конечно, входит в основание все. Оно включается в полное основание. А когда оно включается в полное основание, то получается, для того, чтобы вам что-то получить, надо взять и основание, и условия. И вот то, что такое бытие, которое имеет свое основание и условия, и построено при этих условиях и на своем основании, как называется? Как называется такое бытие, которое не просто вот бытие, вот есть и есть, и все. Наличное это давно позади, личное бытие. Это называется существование. Существование. То есть, когда хотят что-то про что-то говорят, что оно существует, то хотят сказать, что есть у него основание и определенные условия.
Его надо брать вместе с основаниями и условиями, с корнями. А если я просто беру бытие, то это, так сказать, вот взял и все, и не рассуждайте на эту тему. Есть и все. Это простое бытие или чистое бытие, наличное бытие. А вот когда вы берете существование, это значит такое бытие, которое еще и существует. То есть, которое берется с основанием и условиями. Вот тут достаточно много написано на эту тему. Но вот то, что написано, как раз сам метод, еще раз показывает. Сначала берем, и они как равные самому себе, это основание основано, потом они не равны сами себе. Потом они опять снова равны, только тогда, когда к основанию добавляется еще то непосредственное бытие, которое вместе с основанием дает вот это основанное. И тогда это основанное уже не просто основанное, а существующее. И вот теперь мы обогащены. Вот, скажем, если бы это мы изучали том первый «Наука логики», я бы каждого, кто место бытия говорит «существует», сразу бы останавливал и сказал, зачем вы тащите такую категорию сложную, которую вы не знаете. Ну не знаете вы ее. Зачем вы ее притащили? Сейчас я начну спрашивать, что это такое, а вы не будете говорить. А зачем вам это надо? Вы знаете, что оно есть, и все, есть, бытие. А вот здесь мы уже добрались, когда мы не только можем говорить, что не только есть, но и существует. Например, вот скажем, говорят там Маркс, Энгельс о материальном производстве. Вот можно сказать, что производство сводится определяющим в человеческой истории является производство, воспроизводство непосредственной жизни. Да? Как воспроизводить непосредственную жизнь? Во-первых, надо людей воспроизводить, просто-напросто их рожать, надо этих людей и воспитывать, между прочим. Потому что если людей не рожать, а не воспитывать, человечество остановится. И все наши занятия будут закончиться занятиями для нашего поколения. Еще ваше поколение немножко поживет, и как тема бактерий, так сказать, на этом все закончится. Когда я товарищ Медведев здесь рассказал, будет всеобщее объединение. То есть нет, еще крысы будут, кошки, а людей не будет. Но для того, чтобы люди существовали, надо, чтобы были средства существования. А средства существования – это те материальные блага, которые производятся. Поэтому надо под производство непосредственной жизни проявляется не только производство людей, но и производство материальных благ. И вот если раньше на первом месте было производство людей, кровнородственные отношения, они особенно проявлялись при феодализме в том, что, значит, монархи передавали свою власть по наследству родственничкам. Может, идиоты эти родственники, но по наследству. А рядом есть способные и хорошие. Но если у вас папа не король, то и не надо сюда претендовать. И кажется, вот современное общество вроде бы это устранило. Особенно в СССР было полностью устранено. А тут вдруг новый снова капитализм, а при капитализме так передается экономическая власть. Вот есть, скажем, у нас три самых крупных капиталиста. Михельсон, у которого 19 миллионов долларов. Миллиард, простите, миллиард. Ошибся на 3 нуля. Ну, что вы там узнали? Для нас ведь 100 миллиардов, 100 миллионы. Да, мы же выше этого, значит, миллиардов долларов. Теперь есть Мордашов, у которого 17 миллионов долларов. И есть миллиардов. Вот я чувствую, что вы следите за нашими олигархами. И есть Лисин, у которого 16 миллиардов долларов. Вот троица. А колеблется, цены колеблются, акции колеблются. Было. Вам жалко? Вам жалко, что не к вам попало или что? Ну, народу, наверное, Лисин, наверное, народу раздал. Да, я думаю так, а как же еще? Наверное. Не жалко тогда, хорошо. Так вот, скажите, пожалуйста, как вот это вот, у них есть определенная экономическая власть, как она будет передаваться? По наследству, независимо, способный сын или дочь, неспособный. А, ну, эта власть передается по наследству. А менеджеры, которые могут получать там несколько миллионов, или даже десятков миллионов, управляющие этих команд, они, им власть не будет передана. Будет передана власть не тем, кто умеет управлять, а тем, кто не умеет управлять, а просто
просто по крови. А дальше, я думаю, мне не нужно вам рассказывать, как экономическую власть превратить в политическую. А это очень просто превращается. Вот, скажем, нужно собрать подписи. Очень, скажем, как товарищ Прохоров собирал подписи? Известный миллиардер, когда он хотел собрать подписи за то, чтобы его просто включили в список кандидатов в президенты. Очень просто, скажем, он платил студентам, они стояли у всех станций метро, и быстро ему все собрали. Ему, допустим, платить по 5000 в день никакой проблемы не составляет. Тем более он наобещал, вот Е-мобиль, потом он еще наобещал светодиодный завод, ничего не выполнил, а распустил это на всякие стенды и прочее. И вот он стал кандидатом, и даже какое-то количество голосов набрал. Правда, не удалось ему перевести, потому что он еще маловато сюда денег выделил, надо было больше выделить, наверное. Или, скажем, как, например, наше законодательство разрешает помогать тем, кто уже зарегистрировал себя как кандидата, да? Или, скажем, целой партии какой-нибудь политической, которая идет на выборы. Разрешает? Разрешает. То есть есть счет. Сначала надо было разводить страну, чтобы... Не надо разводить раньше. Не надо там старым. Мы идем вперед, новые. Зачем ее разваливать? Она и так развалена. Зачем бередить старые? Вот идем, приходит человек и говорит: Евгений Николаевич, а вы руководитель фракции, какой-нибудь партии, допустим, социалистов-революционеров, эсеров, да? Справедливой России. И говорит: вот люблю я вашу партию, Евгений Николаевич, могу я вам помочь? Вы говорите: конечно, можете, почему нет? Ну вот и я и хочу и помочь. Единственное условие в капитале того, кто помогает, не должно быть иностранного участия. Вот если иностранного участия нет, я и спрашиваю: Евгений Николаевич, а вот я хочу дать деньги вашей партии, подарите, люблю я вашу партию, так, чтобы на 10 можно было избрать депутатов Госдумы с помощью этого, моего вклада. Сколько это у вас один будет, одно место стоить? Ну, где-то, 4 миллиона долларов примерно, скажите, так, грубо. 40 миллионов, значит, я дам. А вы заинтересовались, Михаил Васильевич, а ваши какие условия? Да у меня никаких условий, у меня просьба маленькая есть, чтобы вот из этих 10 я был бы тоже. Ну, как любящий вашу партию, вы поставьте вопрос, что здесь человек любит нашу партию, даже помогает ей реально. Почему бы нам его не взять себе в список, он и дальше будет помогать. Это все законно ведь? Я рассказываю. Это очень все законно. Я сам был кандидатом и народным депутатом СССР, и кандидатом в Государственную Думу. Я эту всю структуру знаю. У меня и счет был открыт. Вот. Ну, что-то никто мне тогда не принес ничего. Ну, бывает. То есть можно превратить экономическую власть в политическую. Время от времени потом из этих органов вычищают тех, кто убийц в том числе. Вы знаете, вот Следственный комитет, например, находит убийц, которые были членами Совета Федерации, например, или жуликов, как Пугачев. Сейчас их по всей земле гоняются за ними, чтобы их обратно, так сказать, сюда притащить, в Россию, и судить. Но уже все, они уже улетели за границу. А вот он был собственником Балтийского завода и Северной верфи, двух военных заводов, которые производили военные корабли. Как думаете, на какие шиши бы спросили бы люди? Ну, наверное, они на стройке работали сверхурочно и заработали на покупку Балтийского завода. Я так вот думаю. Ну, да, я думаю, других предположений. У меня нету, да. Вот, то есть, надо понимать значение вот этого вот производства средств, условий. Поэтому, а это условия как раз. Вот когда речь идет об условиях или об основании, основанном, вот мы говорим об общественно-экономических формациях, есть базис и надстройка. Так это значит, базис – основа, а надстройка – это основанные. Поэтому они не просто какие-то, как строительные термины, а это основание основанного. А тем не менее, строительные термины применяют, а диалектические термины люди не применяют, и поэтому их понимают не совсем правильно. Это единство базиса настройки не усматривается. А если вы берете правящий класс, то он, этот правящий класс, если он класс, то класс – понятие сугубо экономическое, потому что на классы делятся люди по положению в производстве. И признаки классов такие – это место в исторически определенной системе общественного производства, отношение к средствам производства, собственник, не собственник,
роль в общественной организации труда, размеры и способ получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Поэтому, если есть правящий класс, то он экономическая величина, которая в то же время имеет политическую власть. Орудие силы у него есть в лице государства. Поэтому, скажем, рабочий класс, который после революции получил политическую власть, значит, имел все экономические основания для того, чтобы эту политическую власть развернуть уже в такую экономику, в которой не было частной собственности, она была построена уже на общественной собственности. Но это же можно в обратном плане рассматривать. Если эта политическая власть, значит, она меняет на противоположные идеи какие-нибудь, то она может поменять и весь экономический строй, что и произошло в целом ряде стран, в том числе и в Советском Союзе, что мы и наблюдаем. Да? Короче говоря, если мы хотим разбираться вообще в крупных таких вопросах, общественных, политических, научных, вот, технических, идеологических, для этого нам нужен метод. И вот метод – это то, что является предметом изучения в нашем кружке. Значит, следующее занятие у нас с вами 23 мая. Да, вторник, 23 мая. Такой вторник, который мы не можем проводить, потому что у нас другое мероприятие попадает. Да. Так что мы будем 23-го проводить. На этом мы занятие, вот 23 числа будет последнее занятие в этом году. И я думаю, никто... В учебном году. Не календарный. Ну, как вот последние известия, они же все время последние. А некоторые думают, ну, наконец-то больше мы их не услышим. А они опять потом идут, последние известия. Так и занятия наши. Я вам все-таки скажу. Давайте. Так, Евгений Николаевич хочет выступить перед народом. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Пожалуйста. Молодежь хочу написать. А можно я с места? Можно и с места. Итак, знаете, так, Константин Александрович, минуточку. Константин Александрович, сейчас Евгений Николаевич выступит. А у Евгения Николаевича микрофон не будет слышно. Свои, потому что я без карандаша не люблю читать книжки. Сейчас забываю все. Открыл для себя то, что, вообще-то говоря, Гегель открыл. Он пишет следующее, что диалектику, вообще-то говоря, изобрели очень давно, диалектику. Но вся диалектика до Гегелевска, она была софистической, как он говорит. Вот у Канта есть диалектика, у древних античных греков есть диалектика. Но вот та диалектика, которую он изобрел, на самом деле триалектика. То есть вот тезис, антитезис, синтез. Вопрос синтеза один из самых сложных. Ошибка в синтезе. Чтобы короче сказать, на самом деле, я попытаюсь все-таки свернуть его сам. У Гегеля нерассудочная диалектика, как он говорит, есть рассудочная диалектика, есть разумная диалектика, дух, или духовная, да? Ну, гейст, по-немецки, гейст, значит, она переводится как разум, как дух. Вот разумная диалектика, она влечет за собой появление движения, вот это вот. Поэтому он в своих предисловиях, которые написаны в 1832 году, и к феноменологии духа, и к науке логики, это то, что он переделал, он пишет, что есть бытие, есть ничто и есть становление. Обязательно три. И если посмотреть действительно оглавление, вот Михаил Васильевич еще раз обратил внимание, что там три, А, Б и С. Обязательно. Тезис, антитезис и синтез. А с синтезом не справился, не справляется наука, ни одна не справляется. Потому что синтез – это некая интеграция. А с интеграцией, с проблемой интеграции наук даже академик Кедров не справился. А Маркс справился или нет? Как же ни одна наука, Евгений Николаевич. А наука логики не справилась с синтезом? Справилась. Две уже науки. Философия это, гегелевская, да, и это, наука логики, и капитал Маркса. Философия. Две. Философия – это не наука. Как это не наука? Как это не наука? А то, что философия содержит в себе и искусство, и науку. Нет, это вы как раз, так сказать, пытаетесь какой-то отсталый взгляд нам привести. Дело в том, что есть синтетическое основание. Вот
процесс жизни является тем самым пространством интеграции всех научных достижений. Вот вы как бы можете мне не верить, но вот поверьте. Наука вообще никому не верит. Хорошее завершение. Потому что вот даже то, что у нас в Советском Союзе был упор на науку, как на научное основание, этого было недостаточно. Нужно было еще сочетание науки и искусства. И искусство реализации, искусство синтеза. Потому что на вопрос синтеза отвечает нам все. Я все сказал. А извините, я, конечно, понимаю, что со мной я думаю, что у нас все могут высказываться совершенно свободно. Я тоже, как руководитель кружка, тоже выскажусь совершенно свободно, что есть три формы постижения мира, как показал Гегель в работе «Феноменология духа». Это религиозное постижение мира. И религия тоже ведь не просто так существует. Она Нет. тоже форма постижения мира, такое фантастическое постижение мира. Есть искусство, как постижение мира в образах, а есть наука, которая есть постижение мира в понятиях. И несмотря на то, что при постижении мира надо использовать, по крайней мере, и науку, и искусство, не надо все-таки перепутывать науку и искусство. Потому что наука – это постижение в понятиях. И философия есть наука, хотя и к философиям надо относиться как к искусству. Это хорошо, если мы так относимся. Но все-таки это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. И после того, как уже мы знаем, что за наука философия, мы, конечно, если скажем, что философия не наука, это мы уйдем назад. А вот то, что для постижения мира науки недостаточно, я думаю, с этим вполне, вот с тем, что провозгласил Евгений Николаевич, можно согласиться, надо слушать музыку, надо читать художественную литературу. И великие люди, такие как Ленин, конечно, они прекрасно знали художественную литературу и были тесно связаны и с искусством. И ничего им человеческое не было чуждо. Человеческое, потому что человеческим являются все формы постижения мира. А вот насчет веры, вот некоторые хотят, так сказать, ограничить науку, чтобы дать место вере. А я думаю, что наука и вера – понятия совершенно несовместимые. То, что на вере держится, не наука. Поэтому человек, поскольку он в области науки не все создал, но остальное он может брать на веру, это называется мнение. Вы высказали, ну и, как говорится, призвали вам поверить. Вот. Я могу высказать все, что угодно. Я уже неоднократно высказывал, что у меня вот очень есть твердое мнение, что до Луны 50 километров. Твердое мнение. Но знаний у меня тут нету. Знания нам давали по астрономии. И там нам рассказывали, что 300 тысяч километров до Луны. Пример. Правильно ли я вас понял, что это мнение не включается в философию? Нет, конечно, вера не включается в философию. Искусство. В искусстве есть вера? Искусство пошло. В искусстве, искусство – это постижение в образах, там тоже не вера. Вера – это вера есть в религии. Не надо, вот перепутывать науку и религии совершенно недопустимо. Еще это противоположность. Вопрос я какой задаю. Включаете ли вы философию и искусство? Нет, конечно. Нет. А Гегель включает? Нет. Гегель духовник? Нет. Духовник? Это ваше восприятие Гегеля. Он разделил эти три. Он четко их разделил на три формы постижения мира. Хорошо, а синтез, разве это не искусство? Нет, это не искусство. Синтез – это соединение, соединение разделенного. Спасибо. Синтез. Это не искусство. Искусство всегда синтез. Но синтез не всегда искусство. Это, вот тут я согласен. Да. Так, на этом мы заканчиваем. Но мы не заканчиваем наши споры, потому что споры у нас приветствуются. А я Бог был твой. Так, спасибо за внимание. До встречи. 20.